Эксперты Всемирной метеорологической организации назвали ушедший год самым жарким с начала индустриальной эпохи. Климат прошлого года отличился быстрым таянием ледников, увеличением числа жарких дней и циклонов. Глобальное потепление вызывает тревогу у ученых. Если не принять меры, говорят специалисты, последствия для экологии планеты могут быть необратимыми. Прошлый год, как заявляют ученые, был самым жарким за всю историю наблюдений. Средняя температура стала на 1 градус выше средней температуры 19 века. Аномальный зной охватил почти всю Евразию, Южную Америку, Африку, Австралию и Запад Северной Америки. Многие ученые Всемирной метеорологической организации винят в происходящем население Земли. В результате человеческой деятельности в атмосферу выбрасываются парниковые газы. Именно они и приводят к разогреву планеты. Постепенное потепление стало тенденцией. Все это часть долгосрочного процесса. 14 из 15 самых жарких лет приходится на наш 21 век. Это говорит о том, что процесс глобального потепления не останавливается. И он не остановится, если мы не изменим свое отношение к происходящему и не примем строгие меры. На общую температуру повлиял феномен Эль-Ниньо, суть которого заключается в нагревании поверхности Тихого океана. Согласно последним данным, именно это явление привело к повышению температуры воды в океане на целых 3 градуса. Однако многие ученые все же не верят, что именно Эль-Ниньо мог стать причиной больших климатических изменений. Прошлый год и без этого был жарким. Температура повышалась постепенно, а Эль-Ниньо только подлил масло в огонь. Глобальное потепление – очень сложный процесс. Он не зависит только от одного фактора. Но влияние деятельности человека на климат бесспорно, уверены ученые. Именно поэтому генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун инициировал подписание глобального соглашения по климату и пригласил на него всех глав государств. Мероприятие пройдет в апреле этого года в Нью-Йорке. Согласно документу, страны-участницы будут снижать объемы выбросов парниковых газов. Ученые считают, что более значительный рост температуры может привести к необратимым последствиям для экологии всей планеты. Жадра Джазина, 24 KZ.